Вот такой сегодня аппарат у меня, Покафон Xiaomi. Кодовое название потом выложу. Поставил на зарядку, чтобы подзарядился немного. Так, код нам клиент оставил. Потом наберем, как видите, дисплейный модуль сломанный. Защита не спасает в таких случаях. Много в Европе таких аппаратов. Часто заносят, заносили. Сейчас как бы уже их мало. Технологии не стоят. Китайцы просто завалили своими телефонами весь рынок. Поэтому очень часто приносят на ремонт. Не забудьте снять сим. Лоток сим-карты, у меня его нету. Клиент прислал без него. Так, аккуратно. Здесь у нас шлейф отпечатка. Реагирует. Вибродачи. Выключаем телефон. Дальше работает. Так. Снимаем верхнюю крышку. Два верхних винта у нас другого цвета. Нельзя путать и другого размера. Остались клипсы, отстегиваем. Отстегиваем отпечаток. Так, что тут у нас? Дисплейный модуль с Китая. Можно сразу проверить, что мы сделаем. Отстегиваем батарею на всякий случай. Разъем дисплейного модуля. Подключаем. Включаем аппарат. Непонятно, то ли ждать реакции, то ли что-то не так. Попробуем еще раз. Там не видно было, насколько зарядилась батарея. Возможно, она на нуле, кстати. Она у меня постояла на зарядке буквально 5 минут. Опять появилась Покафон. Да,
Точно, батарея на нуле у нас, вижу, 1% нарисован. Тем не менее, давайте попробуем включить. Походу включился. Ждем загрузки. Так, 3%. Включился телефон. Пытаюсь настроить яркость, не вижу. Достаточно качественная картинка, я вам скажу. Я думаю, все нормально. От этого производителя дисплейные модуля я проблем пока не видел, причем они китайцы. Модуля не оригинальные. Я имею в виду не оригинальные китайские. Так. Снимать будем батарею, потому что шлейф у нас проходит под ней. Пытаюсь найти инструмент извлечения. Не очень понимаю я вот эти вот, не первый китайский телефон, в котором присутствуют вот эти элементы для извлечения батареи, не очень удобные. Давайте нагреем телефон. И за один нагрев постараемся снять батарею и дисплейный модуль, конечно же. Ставлю на сепаратор. Оставайтесь на связи. Итак, друзья, снимаем. Вот теперь мне более или менее понятно. После нагрева достаточно хорошо снимается. 100 градусов, буквально одну минуту он у меня полежал на сепараторе, и батарея, как видите, идеально отклеилась. Так, я так полагаю, эту пленку нам надо будет удалять. Теперь снимаем дисплейный модуль, пока телефон горячий. Прям даже не придется ничего чистить. Так, переставляем. Защиту динамика верхнего.
принципе, все. Больше здесь ничего нету. Клеить будем на клей B7000. Спираюсь, то я купал. Мано, мано. 5 минут, а? Так, клеим. Клеим батарею на скотч 3М. Hermano, ese era el banner de venta. No. ¿Eh? No. Te quería solo dejar esto. Voy a rezar, hermano, ¿vale? ¿De qué? Mi patinete y este, mi compra. Solo. Por favor, hermano. Vale, deja ahí en la esquina. Es que en la hablando. Mezquita hay... Vale, vale. Porque va aquí. La compra te la dejo aquí, hermano, ¿vale? Vale. El bicicleta está aquí. Итак, заклеиваем батарею. Нижний шлейф. Так. Ставим верхний антенный модуль. Косяк. Забыл застегнуть шлейф. Такое бывает часто. Когда собираешь телефон или разбираешь, и
и думаешь о чем-то другом. Так, ставили шлейф. Все, собираем телефон. Включаем, проверяем, ставим, как обычно, на зажимы. Я ставлю на 6 зажимов. Два-три часа. Потом клей, который мы нанесли. И телефон готов, можем пользоваться. Вылез клей. Ну, как видите, но это не страшно. После подсыхания аккуратно скальпелем все это обрезается. Это даже хорошо, что он вылез. Значит, полость заполнена. Ни в коем случае не очищайте, когда клей не застывший, свежий. Получится неаккуратно, размазано. И следы в щели, если она есть, она следы все равно останутся, их уже не убрать. Поэтому лучше подождать, когда он полностью засохнет. Так, ну, батарея у нас на нуле, дисплей мы уже проверяли. И потом уже аккуратно отрезаем и снимаем засохший клей. Получится очень аккуратно, идеально. Пытается все-таки включиться телефон. Всем спасибо за внимание, друзья. Это Покафон от Xiaomi. Всем удачи в ремонте. Оставайтесь с нами.